В Палестине прошли массовые демонстрации, приуроченные ко Дню палестинских заключенных, который проводится ежегодно в знак напоминания о судьбах почти 5000 палестинцев, брошенных за решетку израильскими властями. Среди этих 5000 человек 215 – дети. Главная цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблеме палестинских заключенных в израильских тюрьмах и напомнить об их праве на свободу. В среду, 17 апреля, около 3000 палестинцев в тюрьмах Израиля устроили однодневную голодовку в знак солидарности с их соотечественником Самером Аль-Исави, который отказывается от пищи уже более 250 дней. Данный инцидент вызвал волну демонстраций. Власти Палестины призывают Евросоюз немедленно принять меры, направленные на освобождение заключенного. В начале апреля в одной из израильских тюрем скончался другой палестинский заключенный – Абу Хамди. Он умер от рака, однако его смерть вызвала массовые акции протеста среди палестинцев. Те утверждают, что израильтяне не оказали ему вовремя медицинскую помощь. Палестинский министр по делам узников заявил, что израильские власти негуманно обращаются с арестантами, не давая им встречаться с родственниками. Вот его непосредственные слова. «Мы обращаемся к мировому сообществу с политическим заявлением по поводу бесчеловечного обращения с заключенными израильскими властями. Мы хотим напомнить израильтянам, что это проблема национального значения. Израиль нарушает права задержанных и не дает узникам возможности видеться с членами их семей. Они держат в тюрьме даже детей. Все это негуманно и противоречит международному праву». Начиная с 1967 года в Израиле в разное время побывали за решеткой в общей сложности порядка 800 тысяч палестинцев. Следует также заметить, что сотни палестинцев содержатся в израильских тюрьмах без суда.